Доченька любимая, здравствуй. Самое важное для меня было событие. Оно произошло, когда после года разлуки мы увиделись в зале заседания. Честно, боялся растрогаться или сорваться. Но твои радостные возгласы, улыбка и фирменное сердечко успокоило. Мне было очень важно увидеть тебя и Максима самому. А главное, передать вам, что мы, ваши родители, близкие, друзья, коллеги и все, кто вас любит и верит, очень гордимся вами. Вы невероятные. Любимая доченька, как отец, как самый строгий критик, могу сделать вывод и хочу, чтобы все об этом знали. Вы все сделали правильно. С нескрываемой отцовской гордостью хочу отметить, что вы в тяжелых испытаниях показали главные человеческие черты – свое достоинство, свою честь, а также любовь и уважение к людям, которые в вас поверили. Доченька, хочу закончить строками из прекрасного, проникновенного стихотворения «Королева» Вероники Ермаковой. «Сейчас не круто лицемерить, бояться, прятаться, терпеть, юлить, молчать, в себя не верить и тускло горестно стареть. По-королевски не сдаваться, искать, бороться, рисковать и оглушительно смеяться, и песни петь, и танцевать». Эти строки смело отношу ко всем политзаключенным и тем, кто на стороне правды, добра и любви. Очень люблю, горжусь, восхищаюсь. Твой самый преданный отец. Привитание, сынок. Амаль год мы не бачились. Я шмат разов уявляў, як мы убачимся, и думал, что я буду тебе казать. И ведаешь, кожный раз это были разные слова. Але заўсёды я думал, что обовязково скажу, что вельми тобою гонаруся. И все наши свояки тобою гонорацца. Гонорацца тым, что ты никому не здрадзіў со своих поплечников. Гонорацца тым, як годно ты трымаўся гэты год. Ніводны з моих знаёмых ни на хвилиночку не допуская, что ты хотел здзейсніць нейкое злачынство. Ты спробовал с допомогой закону змагаться беззаконием. И вельми крыўдна, что ты, кому не до закону, кинули тебе у вязницу. А зараз назовут термин, які ты будешь повинен быть не з нами. Я не ведаю, як я могу тебе допомогчи. И гэтая немоглась вельми турбуя. Вельми тяжко бачить, что отбывается с тобою, и не иметь ніякай магчимости чимсти допомогчи. До речи, выспела доброе пожадание с нагодой твоей днюхи. Хай у тебе николи не будет такого, что ты не здолишь ничем допомогчи своему дитяти. Тримайся, Максиме, тримайся. Бережи себе, бережи свое здоровье, бережи свою душу. Ты ж памятаешь, что ты из ведьмаков. Ты ж ведаешь, что ведьмаки не горать. И что яны могуць усё змяніць. Люблю цябе. Пакуль.